все привыкаемся. Сегодня мы будем снимать школу. Мы сегодня решили показать, как наша Алисонька занимается. А то мы только игрушки распаковываем, догуляем, да? Кажется, что мы совсем не учимся, а мы на самом деле очень даже учимся, правда? Да. Да. Вот мы сегодня приготовили тут наборчик. Вот такой вот для аппликации. Мы его чуть попозже будем делать с папой. Он нам поможет, да, Алисонька? Да. Вот. А пока Алисонька продемонстрирует, как она красиво разукрашивать уже умеет. Вот этот любимый мультик Алискин. Винкс, да? И вот таких вот куколок Алисонька уже у нас разукрашивает. Старается очень. Да, там у тебя еще кто? Показывай. Там мой мультик Пани. И Поняшки, да. Тоже разукрашиваешь? Да, вот. Вот. И зелененькое вот. Там есть. Красота. Вот еще я разукрашиваю. Умничка. Умничка. И еще вот. Вот у нас еще тут такая вот. И вот муза. Еще я разукрашиваю. И вот, да. В общем, Алисонька у нас умничка. Мы еще тут вот подделки. Ее приготовили показать, какие она делала. Из пластилина вот такие вот есть. Смотрите, что я делаю. А вот прикольный набор овощей. А вот, смотрите. А это тоже из пластилина. Кто это? Крокодила. Крокодила? Он уже застыл. Который солнце проглотило. Не. Не? Он покупался и выходит на песочек греться. Греться. А вот еще вот я делал. А вот сова из бумаги. А вот еще кто есть? Вот что я делала. Вот, зебры красивые. Да, Алисонька красками рисовала. Умничка. И вот что я делала. А у нас еще вот такой вот классный есть барашек. Ой, он уже без глаза. Покажи. Глаз отлетел. Надо его приделать. Вот он, отдельно у нас. Смотрите, я какую звездочку из пластилина слепила. Вот такая звездочка, да. Вот еще что я сделала. Вот. Это подарок папе на 23 февраля. Танк был нарисован нами, да? Да, вот. А это масленица. Кто? Это масленица, да. У меня грязное белье. Грязное белье? Муха я сделала, муху. Это разве муха? Это открытка. Только там не муха, по-моему. Кто это? Муха. Муха? А почему она к цветочку летит? Может, это пчелка? Она любит нектар. Это тоже открытка. Это открытка, да. Котика. И котика Алиска сделала. А еще я такой дом сделала. И домик вот такой. Ну, в общем, у нас очень много торт поделок. Сделала. Торт даже, да. Ну, покажи, как ты разукрашивала девочек. Показать? Покажи. Вот. Вот, класс. Там еще внизу стишки про этих девочек. И даже один мы про Алису нашли. Вот еще. А где Алиса? Алисы пока тут нет. Вот. А, еще не доразукрашивали мы Алису, да? Да. Алиса, кто к нам присоединился? Папа. Папа? Это наш папа. Это наш папа. Папа присоединился к нам. Для чего? Учить буквы. Учить буквы. Я думаю, папе поздновато. Папа. Да. Давайте проверим нашего ребенка. Давай. Давай начнем по порядку. Алиса, это какая буква? А. Давай проверим. Пара-па-па-пам. Правильно. А где буква П, папа? П. Поезд. Папа, поезд. Давай, где буковка М? Мама. Мама где? Ты думаешь, это? М. Мышонок. Мамышонок. Так, а где Гуля у нас? Гуля, это наша бабушка. Г. Г. Гусь. Гуля, гусь.
Ну что? Ну что, Алиса, будем открывать наш набор для аппликации и с папой его делать? Да. Такие картончики тут. Это у нас что, Маша и Миша? Да, Маша и Миша. Мы вам продемонстрировали наши нехитростные пока, но тем не менее познания. Мы стараемся, учим. О, давай, папа, и вот сейчас попробуем сделать красивый рисуночек, который повесим на стенку. У нас уже очень много всяких поделок Алискиных висит. Будем вместе делать. Так, смотри. Здесь у нас есть мордочка у медведя. Давай, я буду отклеивать, ты будешь приклеивать аккуратно. Они такие мягенькие эти штучки. Сейчас, подожди. Я думаю, их надо сначала вообще всех, все оторвать. Мелкими детальками сделать. А вот мне интересно... Подожди, Алис, сейчас, секундочку. Нужно ли вот эти вот штуки отклеивать? Я думаю, что они там как бы сделаны так, чтобы просто приклеивать. Мягенькие, чтобы нет, были. Нет, вот видишь, здесь есть прорези. То есть нам нужно будет черненькое потом сверху наклеивать или за место вот этих вот? Ну, у нас, по идее, должно получиться объемное. За место. За место, думаешь? Мне кажется, да. Ну, давай мы будем делать за место, да? Тогда мы вот эти вот убираем. Алисонька, ты можешь пока вынимать. Вот смотри, видишь, что такие штучки? Они вот так вот отдираются. Вынимай их. Вообще, ну, по идее, должно было получиться объемное. Ну, ладно, мы будем делать так, по крайней мере. Главное, что у нас все получится. Но, Алиска, раньше времени. Давай, подожди, не тяни пока. Вот сейчас будешь наклеивать. Не просили. Ну, ты молодец. Так, теперь нам нужно это все аккуратно приклеить. Давай вместе будем приклеивать. Давай. Так. Мишкина мордочка. Подожди, не совсем. Не жми пока. Подожди, не нажимай. А ну-ка. Надо сразу аккуратно приклеивать, потому что потом аккуратно не получается. Подожди, убери пальчик. Нужно сразу аккуратно, потому что аккуратно не получается. Ну, в смысле, аккуратно потом оторвать не получается. Вот. Давай дальше. Ага. Ну, скажем так, почти ровно. Дальше будет легче. Сейчас мы с тобой возьмем вот эти черные штучки, и мы уже точно наверняка с тобой попадем. Так, давай. Будешь клеить ему сейчас ротик. Угу. Теперь вот сюда нужно попасть, вот ротик приклеить. Это у него ротик такой. Умница моя. Попала? Да, она умничка. Молодец. Так. Классный? Мягонький? Прям аккуратно. Нет, нет, зайка, ниже, ниже. Да. Вот. Вот так. Ага. Так, здесь у нас должна быть какая-то желтая полосочка. Я так думаю, что это будет вот эта вот полосочка. Угу. Вот так вот. Клей сверху желтую полосочку. Здесь-то. Какой у нас классный мишка. Алис, посмотри, что у папы на лбу. Папа, у тебя горошинка. Подай мне такое сделать. Давай, хочешь одну, чтобы поделюсь. Индийская дама. У нас такая интересная штука произошла. Мы делаем аппликацию, внезапно обнаружили, то есть нам положили штучку не из того набора. Каким-то образом перепутали, и вместо того, чтобы нам положить штанишки Мишки, вот, и одну из частей тортика. Положили что? Как показано вот у нас тут на картинке. Положили непонятно из какого набора штучку. И что делать, теперь мы не знаем. В общем, аппликация будет немножечко у нас незаконченная. Да. Не хватает у нас. Вот у нас штанишек не хватает у Мишки и от тортика нам такой штучки. Вот этой штуки не хватает. Да, вот этой штуки нам не хватает. Давай дальше, Машка. Ну, Алиска, давай Машку доделывать тогда. Что ж? Это я делала. Да, Алисонька уже цветочки Машки наклеила. Что у нас тут получается-то? Вот такая вот у нас штука получается. Кстати, сделала я вот это и это. Вот так надо приклеить здесь. Хорошо. Аккуратно клею. Папа себе сделал смайлик.
А Алиса делает Маше тапочки. Нет. Вот так. Как-то вот так вот нужно смотреть, смотрите. Какой-то кусок снеговика. Кусок снеговика. Папа делает Алисе красоту. Что, Алисе, на щечках? Алиска, покажи щечки. Цветочки, посмотри на себя. Клево. Папа пытается сделать из обрезков штаны. Мама шила мне штаны. Ничего не получается. Алиска, делай кекс. Примерила. Нет. Примерим. Нет. Делаем, делаем вкусный кексик с вишенкой. Вот так. У нас получилась в результате вот такая вот классная аппликация с легкими недочетами в виде отсутствия штанов у Мишки. Ну, мы уже объяснили, почему так произошло. Алиса, ты где? Я здесь. Я пупка еще хочу снять. Вот и наша Алиса с котом. Привет, кот. Привет, я кот Пуфок. Я кот Пушок. А Алиса сделала классную аппликацию, которую мы теперь повесим на стенку. Ну, вместе с папой, конечно. Папа, ну что, прощайтесь, Алиса занята? Да. Всем пока. Пока и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока, а я Пушок.